Всем привет, друзья! С вами Токи, вы на канале Кибербол, и сегодня мы с вами откроем крутые награды за элиту по итогам недели. Это пак с тремя информами и набор за 100 тысяч монет, а также невероятно крутой пак за элиту 1 по итогам месяца. Это 20 красных информов, и в честь этого я сегодня в красной форме своего футбольного клуба, за который отыграл более 10 лет, ну а мы идем забирать наши награды. Прежде всего хочу вам представить нынешнюю команду недели, и она у нас очень крутая. Конечно же, топ-3 игрока это Поль Погба, Алексис Санчес и Пауло Дибала. Хоть и на ПФА, но тем не менее, это очень крутой футболист. Ну и есть также менее дорогие игроки, такие как Роберто Фермино, Деле Алли, на воротах Эдерсон и бразилец Вильян. В принципе, они тоже очень достойны, и я буду рад их выпадению. Ну а мне уже не терпится начать открывать паки. Поехали, друзья! Вот этих три прекрасных пака, и начнем, конечно же, по традиции с набора за 100 тысяч монет. Поехали! Конечно же, ждем кумира, я еще ни одного не ловил в этой FIFA. Отлично, есть рамки, кто у нас есть? Обычная карточка. Испания, окей, сап. Марко Асенсио. Стоимость 5000 монет. Но у нас же есть еще 23 игрока в паке. Кто же там? Педро, Пищек, Руиз. Да, ну, пак за 100 тысяч, в принципе, как обычно, ничего нового. Ну а теперь, дорогие зрители, пак с тремя информами. Кто же здесь будет? Давайте посмотрим. EA Sports, удивите меня. Удивить тебя? Изи. Всем привет, я Ловрен, и я лучший в паке. Кто еще здесь у нас? Окей, неплохо, Лингард. Вот это хорошо было. А сколько стоит у нас молодой парень из Манчестер Юнайтед? Ну, это довольно-таки хорошая сумма, 55 тысяч монет. Ну, а сейчас на ваших экранах список из игроков, которые мне могут упасть в этом паке с 20 красными информами. Конечно же, хочется Лионеля Месси, Луиса Суареса, Неймара, Серхио Агуэро, Давида Дехея. Кстати, 91 красный информ не упал по итогам ноября. Возможно, упадет и сейчас, но уже 92. Ну, и также, конечно же, Антуан Гризман. Вот кого-то из этих 6 футболистов, и я буду очень счастлив. Давайте открывать этот пак. Поехали. Флаги Аргентины нужны очень. Это Уругвай, Испания. Ну а на деле EA Sports. Кто же здесь? Бразилия? Вы серьезно? Что? Как такое возможно? Я не понимаю этого! Но у нас же есть еще 19 информов. Возможно, выпал кто-то крутой. Вы серьезно, да? 200 матчей сыграть, более 170 побед. За вот этих информов Беланда, Луис Густаво, Рафаэль, Муй, Мартинес, Дефо, Джермейн, Ягелка, Калу. Ну и, пожалуй, самый достойный красный информ в нашем составе, это Гнабри, которого можно хотя бы взять на замену и выпускать, который хоть как-то пригодится для меня в Викенд-лиге. Остальные же ребята, ну... Честно, просто брать и квикселить. Лучший Рафаэль за 173 победы. Ну, по-моему, это уже слишком. Это перебор, я не знаю. Ну... Совесть-то должна быть хоть какая-то! В первых двух месяцах нам повезло, дорогие зрители. Был 91-й Дехе, а потом Раджан Ангалан. Ну а теперь Рафаэль. И, собственно, все. У меня и 84-й Рафаэль есть. Теперь вот добавился еще к этому Рафаэлю второй, 86-й. У меня уже можно будет скоро открывать магазин из Рафаэлей, блин, серьезно, сколько возможно уже пихать их. Также у меня два Муя, по-моему, есть. Ой-ой-ой, и EA Sports, как всегда. Ну что ж, друзья, вот такие вот крутые награды мы с вами открыли. В очередной раз хочется выразить огромную благодарность EA Sports. Но делать этого я, конечно же, не буду. Ну а на самом деле всем вам огромное спасибо за просмотр и обязательно напишите в комментарии, если хотите видеть футбольные челленджи на нашем канале. Ну а вот таким вот получился видос, если он вам понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на наш канал Кибербол, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был Токи, всем хорошего настроения и до встречи!